Привет, мои дорогие зрители, с вами Элла Австралия, и это моя первая остановка. Здесь люди выставили вот это вот все, старые книги, коробки со старыми книгами. Здесь их, наверное, тонна. Цена, посмотрите, $15. Вот такая вот книжечка. Франция. Это же целая библиотека. Ну что, дорогие мои, я вот так думала. Вы знаете, сейчас массово выкидываются книги. Лет через 50 народ начнет их скупать за огромные деньги. А так, если это никто не заберет, то это пойдет в землю. Ну что, дорогие мои, а мы поехали дальше. Зиппи Зитхер. Ну, это очень старая игра. Ребята, это как? Как это? Гусли по-русски называется. Ага. Смотрите, это старое, но новое. Гусли, знаете что? Поехали со мной. Буду я зрителям песни петь и танцевать под вас. Вот так. Мебеля. Да, это люди на другой, с двух сторон улицы выставили. С одной стороны, по-моему, это один гарнитур. Вот он, из бамбука. Вот так, ребята. Видите, что здесь выставили? Вот это поедет со мной. Тетенька тоже две взяла. А чердани 2002 года. Видите, вы спрашиваете, берут ли люди? Ну, конечно, берут. Это у людей соседка из соседнего дома вышла и забрала. Так что одни соседи выносят, другие заносят. Здесь новые лампочки. Ну, чудеса. Ну, чудеса. Это вот как... Скажу вам, скажу. Скажу потом, хорошее пропало или не пропало. Ну, ты живая? Ой-ой-ой-ой-ой. Живая. Нигде ничего не отломали, потому что тут аккуратненько лежала. Ну что, фигурка, поехали со мной? Чемоданы. Чу. Раз. А его уже открывали. Два, три. Это кто-то пытался делать какую-то скульптуру. Вот тут, по-моему, или это вода, а это утконос. В общем, что-то непонятное. Так. Раз, два, три. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду. Ту-ду. Ту-ду. Ч?
чего тут только нет. Чего тут, дорогие мои, только нет. И знаете, я вот целый чемодан возьму, открою его, потому что здесь на обочине дороги сейчас что-то мне не хочется. Так, белый чемодан, поехали со мной. Дипломат. Ну-ка, закрывайся. Дома посмотрим. Да сейчас я посмотрю, что там еще. Лайф джакет. Ага, и там тоже. Спасательные жилеты. А это, вы знаете, что это? Это горнолыжные костюмы. Вот эта винтажная лампа, это с 60-х годов, и она, у нее имя смешное. Я все время путаю. Не то макароны, не то вермишель. Наверное, макароны лампа. А вот это тоже, видите, это красная лампа. Это когда у вас спина болит. Я не знаю, ребята, напишите вообще, вы пробовали, помогают эти лампы или нет? Видите, она какой необычной формы. Так, что тут? Радио Санью. Это что? Так, это термос. Джанома, открытая. Hey, hi. Hi. Hi there. Hi. В общем, хозяин отказался давать интервью. Вот он тут, собачка разгулялась. Вот эта вот машинка. Ну, Дженнам это очень хорошие машинки. А вот это, по-моему, я сейчас посмотрю. Вот это для украшения вашего сада. Так. Тут. А вот еще один поросенок. И, ой, ребята, здесь мой пик. Вот он, маленький пикуленок. Пики-бой. Так, сейчас мне интересно посмотреть, что вот это. А вот это, ребят, вот это я, наверное, возьму с собой. Смотрите. Надо мужчину спросить. Наверное, это возможно, это, знаете, сюда можно поставить свечку, повешать, и будет. А возможно, и нет. Возможно, это какая-то винтажная вещь. Сейчас я его спрошу, как давно у них вот эта красота. Спросила человека. Я говорю, как это давно у тебя? Он говорит, а я не знаю, это от мамы, от папы. В общем, не знает. Я говорю, твое видео будет на русском ютубе. А он мне говорит, о, спасибо, и говорит по-русски. Так что отказался давать интервью. Видите, пропало. Так, ну что, а мы поедем дальше. Ребят, очень красивое дерево, эвкалипт. Смотрите, у него такая кора, хотела сказать, как у верблюда. Вот это дерево похоже на жирафа. Не напоминает вам? Вот оно скидывает кору. И вот здесь вообще ничего нет. Здесь оно голое, абсолютно голое. И потом вот это вот все нарастает по-новому. Вот такая красота. Я просто не знаю, с какого ракурса вам... Да ядрёно корень. Да, ну давай. На, ну облай меня. Ну,
Морда ты наглая собачья. Ну что, может мне еще собачку подразнить? Ой, в общем, красота, ребята. Ай, собака, замолчи, ради бога. Вот только что в пыли. Пыль протереть, это значит подставка для телевизора. И такая, а это уже, смотрите, отрезали от лампочек провода. Только сейчас разговаривала с людьми, то что говорят, очень жалко, потому что обрезают даже у новых вещей. И, конечно, на это смотреть действительно жалко. Полный мешок с игрушками, с елочными. Дорогие мои зрители, вот проезжала я мимо этой елочки, и что мне пришло в голову? Еду я сейчас в машине, а сзади бутылки гремят. И вот что мне пришло на ум. Я сделаю так. На Новый год я открою эти бутылки и сделаю вам обзор. Не бутылки, а бутылочку. А посмотрела я сейчас на свет. Никакого осадка там нет. Так что, дорогие мои зрители, обзор будет на Новый год. Я постараюсь сделать стрим, встретить с вами Новый год, потому что в Австралию Новый год приходит первый. Так что вы можете встретить и с Австралией Новый год, и, ну а дальше пошло-поехало все страны. А также, если я его попробую, если я попробую свою находку, я же начну песни петь. А там же такие зрители появились. Не пой, это не твое. Да, боюсь я, обзор находки закончится. Ой, мороз, мороз. Не морозь меня. Ну что, дорогие мои, я поехала дальше. Посмотрите, какая здесь хорошая идея. Я бы издалека даже не поняла. Вот это вот все искусственные цветы. Они здесь и папоротник, и вьюны. И посмотрите, как это выглядит. Какая это хорошая идея. Здесь стол из чистого дерева. Его можно сделать вообще как новым. Ободрать, обобрать. И будет он еще служить до конца века. Видите, как сделано? Здесь диван и два кресла. Но у них ножки скрутили. Вообще просто в идеальном состоянии. Лыжи. Спрашивают меня. Так. Карбон кевлар. А зачем в Австралии лыжи? Ребята, в Австралии также есть снег. Есть туристические базы. Так что Австралия это не Африка. И очень многие, к сожалению, не знают,
то, что в Австралии совершенно другое время года, когда на северном полушарии зима, то тогда у нас лето. У нас сейчас лето. Лето у нас уже несколько дней. А мне, когда я, допустим, скажу так, сегодня 1 декабря, первый день лета, получаю комментарии. Ты ку-ку? Раз ку-ку и два ку-ку. Кто его знает, может и ку-ку. Все-таки уже к 60 подкатывает. Ребята, тут стоит такое. И кажется, я его возьму. Я такого никогда не видела. Посмотрите, это что за чудо? Какое это чудо? Чудо чудное. Здесь и здесь. Вот это да. Вот это да. Новая обувь Navigators. И еще одна пара. Эти одевали в идеальном состоянии. Вот те, которые одевали, не возьму. Вот, наверное, вот эти я возьму. Ребята, ну завал. Я вот эту обожаю. Слушайте, какая красота. Сейчас ее еще бы поднять. Что только не увидишь, дорогие мои зрители. Вот такая картинка, а? Как вам? Раз, два, три. Ну, завал. Ну, завал. Завал в степи называется. Надо ж такое придумать. Ой, ребята, я уже сама не рада, что с этой находкой связалась. Честное слово вам говорю. Потому что тут такой ужас. Здесь невозможно это трогать. Здесь везде страшные иголки. Вот просто в одном куске, вот в этом вот. И их там сотни. Сотни. В общем, вот что здесь. Пуговицы мне что-то напоминает. У меня у брата, когда я была маленькая, у него одежда была вот с такими пуговками. Так, люди моего поколения, наверное, тоже такие пуговки видели. Но вот это интересно. Вот это сделано из натуральной кожи. А вот это уже сделано под. Это уже из пластики сделано. Здесь такие огромные иголки. Во! Иголки. Что еще интересного я увидела? Так, сейчас я вам скажу. Смотрите. Пуговицы. Я никогда раньше такого, в принципе, и не видела. Написано «Boilproof». В общем, эти пуговицы кипятили 1 час. Кипятили в горячей воде. А, нет, не эти пуговицы, вот эти. Вот. Те тоже, видите, boilproof. Вот. Проверено написано. А, и здесь написано, в общем, чтобы время не задерживать, где-то их 1 час кипятили. Так что с ними ничего не будет при горячей обработке. Так скажу. В общем, вот такой здесь разворот. Вот такие антикварные крючочки сделаны в Англии. И пуговицы сами, видите, тут. Ну, я скажу, что интересных не было. Вот одна интересная попалась. Там какой-то с левой стороны не то кот, не то бегемот, не знаю я. Кот-бегемот.
значок. А что тут? Монетка старая австралийская, 56-го года. Ребята, золото. Застежка. Застежка, я посмотрела, она оказалась золотая. А цепочка серебряная. Итальянское серебро. И очень красивый серебряный крестик. Вот он. С эмалью. Черная эмаль. Сейчас я на другую сторону его переверну. И на нем пишут Иерусалим. Вот он, 925-я проба. А, возможно, на видео не будет видно. Он очень-очень маленький. Просто крохотулечка. Вот такой крестик. Очень необычный и красивый. Вот так, дорогие мои. Сейчас вот это серебро и золото я оставляю себе, а остальное все поедет откуда и приехала. Как-то так. Дорогие мои зрители, ну что, как говорится, не все коту масленица, но по-любому я рада, что спасла вот этот малюсенький крестик. Дорогие мои, еще раз с вами буду прощаться. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. А также, кто не знает, что у меня есть второй канал. Канал называется Элла Австралия ТВ. Всем добро пожаловать. Приходите в гости. У меня скучно не бывает. Пока. Ребят, это опять я. Хотела еще вас спросить. Я никогда не видела. Вот здесь была такая коробочка. Смотрите, здесь написано Belfast. И в ней находятся маленькие щеточки. Вот. Вот как это выглядит. Что это такое? Они вот так поднимаются, вот эти щеточки. Но я другие не буду поднимать. Для чего это сделано? Уму непостижимо. Вот так. Это моя загадка. Ну, еще хочу вам дать совет, у кого есть кошки. Видите, здесь вот такая штучка была. Это распарывать нитки. Видите, она как сделана. А еще ее использовать, это разбивать кошачьи колотуны, кошачьи замотки, чтобы, вы знаете, когда, особенно вот у меня персидский кот, и там надо так поддеть, чтобы не задеть кожу, вот это вот очень помогает. Так что, ребята, это вам совет от меня.